Голова національної розвідки США Аверіл Хейнс запевняє, що Путін пом'якшив свої амбіції щодо України. Голова Кремля хоче зосередитися на посиленні свого контролю на вже окупованих територіях України, а також на тому, щоб країна не стала членом НАТО. Ви погоджуєтеся з цією точкою зору? Ну, это задача была, да, они будут пытаться это выполнить разными способами, военным не получится, конечно, ну, а дальше уже будут включать сейчас всякие дипломатические способы россияне, какие только можно, вскроют всех своих консерв, сейчас опять, вот мы увидели, опять выползла основная консерва Путина, Меркель начинает забрасывать в информационное пространство свои недобитые мысли еще тогда, в 14-15-м, лично, так сказать, участвовал в этом Минске-1, вернее, делал все, чтобы его не было. Но вот все-таки переломило Порошенко тогда, Меркель меня не послушал. Но, тем не менее, вот эти консервы, они сейчас будут создавать очень мощное давление на наше военно-политическое руководство. Вернее, не так, на политическое, на военное создавать наше... На наше военное руководство, где сядешь, там и встанешь. Там ничего не это самое, не додавишь. А вот политическое, может быть, начнет метаться. Посмотрим, по крайней мере, за их поведением. Но давление будет сейчас мощнейшее. Начиная от Си Цзиньпиня, Си, Эрдоган, Меркель, тот же Макрон, часть политикума Великобритании, Бернс с Салливанами. Ну, это, в принципе, клинтоновская бандочка, Клинтон, Обама, там же постоял рядом и Байден, то есть это все с одной шайки лейки. То есть они сейчас начнут максимально выкручивать руки нашему политическому руководству для того, чтобы вот оставить статус-кво, то, которое сейчас есть, и дальше какие-то политические моменты. Ну, посмотрим. Я думаю, ни украинский народ, ни украинская армия, ни военное руководство украинской армии не пойдет ни на какие сделки, пока не выйдем на границу, на госграницу. ЄС вважає єдиним мирним планом по Україні план президента Володимира Зеленського, китайську ініціативу Брюссель не сприймає всерйоз. Ну, про це заявив Жозеп Борель. Скажіть, будь ласка, це таким чином ввічливо ЄС дає зрозуміти Китаю, що їх план не підходить? Це Борель так м'яко намікає, що посилає Китай вслед за русским кораблем. Ну, это мягко, дипломатично, ну, вот где-то так. Но только Боррель, ну, и часть политикума европейского. Это положительный, конечно, момент, но там хватает, я только этих консерв назвал, там итальянцы могут подтянуться, я уже не говорю о этих выплеске ханты-мансийска, этих мадьяр, венгров, то есть они также будут в ту же дудку дуть. А еще Папа Римский, тоже великий миротворец, тогда, когда уже подгорает у россиян, и впереди разгром российской армии, вот оно вышло с миротворческими инициативами. Потому вот этот весь этот консервный политикум или политики консервы, они сейчас будут давить на политиков украинских.